Привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца котика Бубу. Бубу, вставай, тебя ждут великие дела, отлично. Вот такой вот замечательный костюм рыцаря одели мы нашему котику в прошлой части. Очень здорово, только что-то вот эта розовая шерстка, что-то мне не очень она нравится. Давайте-ка мы все же вернемся к классике, возьмем назад рыжую шерстку, вот так. Ну и отведем нашего любимца сразу в постель. Куда же ты в постель? Ты же в туалет хочешь. Давайте-ка пока отведем. Пусть наш котик делает свои дела. Немножко поубираем в ванной комнате. Да, молодец. Вот, садись. Отлично. Вот, здорово. Очень хорошо. Котик пока сделал свои дела. Ну, а сейчас давайте-ка посадим в ванну и хорошенько его, друзья, помоем. Потрем мочалочкой вот так нашего любимого котика. Ну что? Ой, какой злой, как ему не нравится. Друзья, напишите в комментариях, а ваш котик любит, чтобы его купали? Мой не очень. У меня два котика. Один рыженький Лёва, а другой черно-белый Маркиз. Так, ну что? Что-то мы за нашим котиком не поубирали. Давайте-ка вот смоем его дела. Отлично, закрыли крышка. А сейчас давайте-ка мы хорошенько его вытрем. Вы видите, как с него вода стекает? Очень прикольно, очень здорово. Ой, как ему нравится, посмотрите, какой он довольный, как ему нравится. Ой, хорошо, молочинка. Ну что, пойдем покушаем? А ты лапки помыл? Вот, как раз и лапки забыл. И приведешь себя в порядок, Бубу, давайте-ка мы расчешем ему хвостик, нижние лапки, верхние, головку, вот так. Ну и помоем, конечно. Вот, давайте-ка, вот. Потрем одну лапку, вторую лапку. Замечательно, очень хорошо. И посмываем вот так. Да, замечательно. И еще вторую лапку вот так же. Очень здорово, очень же хорошо. Вот, замечательно, идеальная чистота. Пошли звездочки. Ну и давайте-ка отведем нашего котика, чтобы он покушал. Итак, Бубу, что ты хочешь покушать? Так, ой, смотрите, какой ужас, какой бардак здесь делается на... кухни. Немножко давайте-ка вот так поубираем вот эти костяки и мусор. Вот, здорово. И посмотрим, какое же у нас сегодняшнее задание. Обними кота на 10 секунд. Ну, что-то даже не представляю, как это сделать. Может, вот так? Нажать на него, что ли? Как его обнять? Непонятно, друзья. Поднять, возможно? А ну-ка, давайте-ка еще. Обними кота на 10 секунд. Не знаю, что это имеется в виду, как это сделать. Друзья, пожалуйста, напишите, что нужно делать, как его обнять на 10 секунд. Я даже представления не имею. Ну что, давайте-ка покормим пока нашего котика. Давайте-ка дадим ему что-то мясное, что он сразу накушался. Вот. Давайте-ка дадим ему вот этот гамбургер. Немножко суши и вот этого лангуста. Очень хорошо, очень здорово. 100% накормили. Еще, друзья, хочется мне здесь еще, друзья, внести изменения вот здесь в кухню. Давайте-ка, друзья, вот эту розовую мебель поменяем на вот эту коричневую. Что-то хочется мне сегодня поменять. Вот так. Здорово. Отлично. Замечательно. Вот, смотрите, как красиво получается. Вот так. Очень хорошо. Да. Вот. А стол давайте, может, какой-то другой попробуем пойти сделать. Тут уже какой-то необычный. Вот такой. Хотя вот этот синий довольно-таки прикольный. Так, ну давайте-ка мы здесь попробуем сделать какой-то вот. Смотрите, какой прикольный малиновый. Вишневого цвета в горошек. Давайте-ка попробуем его вот такой сделать. Отлично. Итак, смотрите, какая забавная у нас яркая, необычная кухня получилась. Довольно-таки симпатичная. Так, ну что, Бубу, пойдем поиграем немножко. Что-то он у нас совсем недовольный. Давайте-ка мы, друзья, немножко наведем здесь порядочек. Вот, почистим воду рыбки. Пройдем фотосессию. Вот так. Ну и немножко покрутим колесо фортуны. Посмотрим, какой же приз сегодня нам выпадет. Итак, сегодняшний приз у нас... вот такой вот чудесный черничный пирог. Кусочек отлично. Здорово взяли. Ну еще давайте-ка разок повращаем. И дальше приз у нас. И так, да. И не хватило на что взять кристаллы. Взяли мы вот такой вот удачу в следующий раз. Ну что же.
Тогда, друзья, давайте-ка мы что-то интересненькое сегодня поиграем. Давайте-ка, друзья, что-то поиграем новенькое, такого, что мы с вами редко играли. Давайте-ка мы, друзья, с вами сегодня поиграем, вот немножко попрыгаем на батуте. Jump называется игра, прыжки с нашим котиком. Вот смотрите, здорово. Ой, что-то неудачно прыгнул наш котик. Вот задача очень простенькая, прыгает на вот этом батуте и лопает шарики. Вот так, здорово, молодец, Бубу. Давай-ка. Вот, давай-ка мы ему поможем. Вот так нашему котику, очень хорошо. Отлично, смотрите, как ему нравится. Вот, да. Вот так, очень здорово. Хорошо. Вот такая вот забавная, интересная довольно-таки игра. Помогать нашему котику Бубу прыгать и лопать шариками. Вот так. Да. Вот. Здорово. Хорошо. Ну, как-то вот так. Очень забавно, друзья. Ой. Еще. Ну, почему-то упал. Ну, давайте-ка еще вот так попробуем. Вот. Замечательно. Очень хорошо. Очень здорово. Вот, еще вот так. Да. Ну что, друзья, скажу. Забавная игра. Ну, давайте-ка еще что-то интересное попробуем. Так, вот. А сейчас давайте-ка, друзья, попробуем поиграть с мышками. Так, ой, а что это такое? А ну-ка, давайте-ка попробуем классику. Ага. Вот мышка, у нас сыр. Ага, ну это просто угадывать одинаковые продукты. Вот. Ой, где-то у нас был вот у нас этот желтый перец, вот мы его нашли. Чашка чая. Здорово. И красный перец богатый. Здорово, нашли. Ага, тут еще, оказывается, с игроками, друзья, надо играть. И вот так. Ну, как-то вот так. Забавно. А так, давайте-ка, друзья, еще посмотрим, что это за игра. Поп-баллон. Ага, ну это просто здесь мы взрываем и берем всякие продукты. Главное, вот видите, друзья, бомбы не брать. Взял бомбу, активировал вот ее и проигрыш сердечко. Вот, берем, смотрите, всякие вкусняшки. Главное не брать бомб. Вот, конфетки всякие, сердечки. А между ними множество бомбочек. Вот так, да. Ай-яй-яй, вот. Друзья, видите, случайно нажал на бомбу и конец игры. Ну, здорово, друзья. Так, играем, собираем. Вот, смотрите, сколько забавных конфеток, шариков. Ну, кто любит полопать шарики, довольно-таки забавная, друзья, игра. Вот так, чудесно, хорошо, отлично. Вот, ну что я скажу. Довольно-таки интересно. Вот, давайте-ка мы взорвем бомбочку и выйдем с этой игры. Да. Так, ну что, давайте-ка еще что-то интересное попробуем. Давайте-ка еще, друзья, попробуем вот эту игру. Вот пазлики. Ага, вот смотрите, друзья, есть такой пазлик. Давайте какой-то другой выберем. Вот пожарник я когда-то уже слаживал. Вот рыцарей я не слаживал. Давайте-ка сложим вот такой вот забавный котиков рыцарей. Отлично. Ну, здесь все, в принципе, довольно-таки просто. Хотя есть возможность, друзья, взять сложный пазл. Сложным пазлом будет все очень непросто. Так, хорошо. Ну, давайте-ка попробуем. Вот так, смотрите, как здорово. Очень отлично. У нас все получилось замечательно, друзья. А интересно бы было, друзья, взять сложный пазл. Ну что, попробуем с вами сыграть. Да, кстати, друзья, смотрите, какой-то рекорд мы взяли, получили. Отлично. Ну что, давайте-ка попробуем еще взять какой-то сложный пазл и какую-то вот такую забавную картинку. Вот король и королева, смотрите, какой интересный пазлик. Вот. Ага, вот, видите? То есть, если там легкий уровень, мало кусочков пазликов, средний побольше, а сложный вообще очень большое множество. Ну, давайте-ка сейчас средним сыграем уровнем. Вот так, размешаем. Ну и сейчас, друзья, давайте-ка попробуем. Итак, вот нижний угол есть, верхний угол. Так, еще нужен верхний угол. Мы начнем с углов. Вот так, замечательно. И еще нам нужен один угол.
Что-то я больше угла почему-то не вижу, друзья. Почему-то не вижу больше угла. Ну, нет пока угла, значит нету. Тогда давайте-ка попробуем. Вот, смотрите, как здорово. Вот ножки короля. Так, вот след... Ага, вот, нашел, друзья. Вот получилось, отлично. Еще давайте кверху. Вот попробуем. Вот так, замечательно, замечательно. Нет, это не сюда. Вот, ага, вот еще котик. Лицо, отлично, нашего котика. Вот так, замечательно, очень хорошо. Так, вот так, здорово, здорово, друзья. Отлично. И вот все, друзья, у нас получилось. Вот такая вот забавная картинка у нас, друзья, получилась. Замечательно, очень хорошо, очень здорово. Очень прикольная картинка. Отлично, друзья. Ну что, возвращаемся назад и новый рекорд. Здорово, здорово, здорово. Так. Хорошо, друзья. И давайте-ка еще попробуем, какую бы нам игру попробовать. Давайте-ка мы, друзья, еще попробуем вот эту игру. Что-то я тоже давно ее не играл. Ой, а это что-то такая та же самая. Та же самая. По крайней мере, очень похожие. А ну-ка, друзья, давайте-ка возвратимся назад. Так. Пазлы. Слип-пазлы и... Дик-свап-пазлы. По-моему, они очень между собой похожие. Ну, еще вот такая вот забавная игра. Поиграть с котиками попеть. В некоторых видео я уже их снимал. Принцип очень прост. Повторять за котиками... их игру. Вот видите, друзья, два раза подряд этот котик пел, поэтому два раза подряд нужно мне на него нажать. Итак, опять повторение. Один, второй раз и третий. Ага. Как правило, друзья, это делают разные котики и разные комбинации. Но пока у нас идет комбинация, четвертый уровень, три раза подряд. Вот этот котик в сиамской шерсти, а дальше рыжик. Повторяем. Сиамский раз, сиамский два, сиамский три и рыжий четыре. Вот так, здорово. Итак, пятый уровень. Сиамский три раза, рыжик и рыжик два раза. Хорошо, повторим. Вот так, раз, два, три, сиамский и рыжик два раза. Отлично. И еще. Давайте-ка посмотрим, что здесь интересного. Вот так. Три раза сиамский, два раза рыжик и дальше что? И уже серенький. Ну что, друзья, принцип вы поняли. Так вот забавно наши котики попели. Ну и, друзья, на этом мы уже будем прощаться. Давайте-ка выйдем из игры. Так, выходим из игры. Давайте-ка мы с нашим котиком еще погуляем. Итак, возвращаемся домой. Давайте-ка мы с нашим котиком Бубу немножко погуляем. Ой, ой, друзья, он приболел. Вот смотрите, друзья, поранил хвостик. Срочно лечиться. Ну не переживай, Бубу, сейчас мы тебя полечим. Тебе хвостик, все будет хорошо. Главное, обидно, особенно он у нас не прыгал. Но, тем не менее, вот видите, как, друзья, приболел. Вот поранил хвостик. Давайте-ка заберем вначале этот репей. Вот так, вот эти колючки. Смотрите, какой ужас, вот. Делается. И стекло попало даже в хвостик. Бедный, бедный котик. Ничего. Сейчас мы тебя вылечим. Не переживай. Вот ужас какой. Стекло, колючки. Вот еще репей кусочек. Вот. Вот, замечательно. Последнюю колючку забрали. Так, теперь давайте-ка сотрем вот эту грязь. Убираем, чтобы хвостик был чистенький. Вот так, замечательно, очень чудесно, очень здорово. Давайте-ка лечить нашего котика. Да, вот так, здорово, очень хорошо, замечательно, все у нас, друзья, получилось. Вот так, да, друзья. Хорошо, ну и давайте-ка перевяжем хвостик вот этой чудесной розовой ленточкой. Да, замечательно, друзья. И вот такой у нас чудесный получился котик. Да, здорово. Итак, ну, возвращаемся домой. Давайте-ка немножко с нашим Бубу погуляем на улице. Развлечемся. Походим по улице, посмотрим, как там дела.
Ну что, Бубу, покатаемся на машинке или сначала пособираем урожай? Ну давай пособираем урожай вот так. Вот собрали смородинку, а посадим здесь чернику и посадим грушу. Вот. Так, тыквы у нас еще не созрели, ничего, пусть созревает. А мы пока соберем капусту и посадим обычную капусту вот так. А здесь что у нас созрело? Да, здорово, друзья, созрели груши и черника. А мы посадим здесь малинку и еще посадим вишни. Вот так. Здорово. Ну, как бы с работы уже закончено. А теперь, друзья, маем право отдохнуть. Ну что, покатаемся на машинке, Бубу? Давайте-ка, друзья, с нашим любимцем сейчас покатаемся на машинке. Доспехи он надел, вот видите, шлем, чтобы не пораниться, и вперед. Ну что, Бубу, поедем, пособираем всякие интересности. Итак, собираем вот эти забавные золотые звездочки и канистры, чтобы с топливом, чтобы было нашим будущим ездить. Только осторожнее, Бубу, не разбейся. Очень хочется сегодня, друзья, побить рекорд в этой игре. Ну, посмотрим, получится ли, друзья. Итак, вперед, вперед, едем, едем, собираем. Вот так, замечательно, очень хорошо, очень здорово. Ой-ой-ой, вы видите, что делается? Как неожиданно нашего котика подбросило. Поэтому, друзья, давайте-ка уменьшим скорость. Поедем немного аккуратнее. Вот так, да-да-да. Ой-ой-ой, что делается? Вы видели, друзья? Какой ужас. Ну, давайте-ка немножко аккуратнее это все проделаем. Вот так. Ой-ой-ой. Вот, да, наконец-то хватило топлива. Чуть-чуть уже был предел, как бы. Видите, друзья, поэтому ехать медленно тоже очень опасно, потому что не хватит топлива. Просто-напросто закончится игра. Поэтому надо ехать в меру. В меру быстро и в меру аккуратно. Вот так, здорово, едем, едем. Осторожно, осторожно. Вот, да, да, замечательно, друзья. Итак, прыжок по холмам. А вот здесь, смотрите, друзья, какой забавный прыжок. И вот так, ого, что делается. Так, забавно, очень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух, как-то еле выжил наш котик. Аккуратненько, аккуратненько. Вот через бревна перепрыгнули. Давайте-ка, друзья, здесь аккуратненько. Вот так, замечательно. Все здорово получилось. Хорошо, осторожно, 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 Бубу. И вот так как-то получилось не очень хорошо. Но тем не менее. Вот так. Ну что я скажу. Очень здорово мы сегодня с Бубу погуляли, поиграли. Ну еще для разминки попрыгаем до деревьев, да? Котик, попрыгаем. Ну пошли попрыгаем в лесу. Разомнемся, чтобы наш котик был в хорошей физической форме. Давайте-ка попробуем, друзья. Вот так, замечательно. Давайте, вот. Чудесно. Итак, вперед. Давайте-ка, друзья, попрыгаем с нашим котиком. Возможно, нам, друзья, сегодня получится побить рекорд в этой игре. Главное здесь прыгать аккуратненько и быстренько. Вот так, да, замечательно. Очень хорошо, друзья. И не напрыгивать на сломанные веточки, друзья. Давайте-ка аккуратненько вот сыграем. Так, вот смотрите, сломанная веточка. Хорошо, наш котик уклонился. И так прыгаем дальше. Аккуратненько, Бубу. Смотри, аккуратненько за сломанными веточками. Вот так, очень хорошо. Вот, замечательно. Прыгаем, прыгаем. Вот, здорово. Берем таймер, чтобы удлинить время наших прыжков. Вот так, замечательно, осторожно. Ай-яй-яй-яй, друзья, вот так. Чуть-чуть не хватило, и вот напрыгнули на сломанную веточку. Но ничего, возвращаемся назад. Сегодня и так очень хорошо мы погуляли с нашим котиком. Разве только еще поздороваться с мышонком. Мышонок, привет, это твой друг Бубу, открывай, мышонок, ты где? Ой, что-то сердится. Ты что, не узнал? Это же твой друг Бубу пришел к тебе в гости. А ты не встречаешь. Открывай же. Открывай, открывай. Ну вот, друзья, на этой чудесной ноте мы и будем, друзья, сегодня с вами прощаться. Будем улаживать нашего котика отдыхать. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И не забудьте посмотреть в плейлистах другие приключения нашего любимца котика Бубу. На этом, друзья, мы прощаемся. Всем пока!